Школа села Великовисочная обрела новое название. Теперь она носит имя героя своего ученика Виктора Аншукова. В торжественном мероприятии, приуроченном к этому событию, приняли участие представители власти округа и Заполярного района. Торжественный марш и гимн России в Великовисочной школе – заключительное мероприятие проекта организации «ЩИТ» и Всероссийского общественного движения «Общероссийский народный фронт за Россию». Именно эти две организации стали инициаторами присвоения сельской школе имени героя и ученика Виктора Аншукова. Чтобы достойно нести это имя, наша с вами задача – хорошо учиться, активно принимать участие во всех конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, получать высокие результаты и звучать не только в нашем родном округе, но и по всей огромной нашей любимой стране. Виктор Аншуков был участником одной из кровопролитных войн. За 10 лет афганской войны погибли более 14 тысяч человек. Среди них и жители Ненецкого округа. Благодаря героям, готовым в любой точке мира прийти на помощь слабым, встать на защиту простого народа, независимо от его национальной принадлежности, наша страна была, есть и всегда будет оставаться великой мировой державой. И дань вечной памяти – это самое малое, что мы можем и должны сохранить и передавать детям и внукам. Виктор Аншуков попал в Афган в 1987 году. Работал в штабе, ежедневно совершая облеты воинских частей на самолете Ан-26. В одном из таких полетов и оборвалась жизнь нашего земляка. Он и остальные работники штаба погибли от удара душманского «Стингера». По воспоминанию ребят, которыми он руководил, он был удостоен простого человеческого солдатского звания. Виктора Лазаревича называли батя. Поверьте мне, не каждый офицер удостаивался таким званием. Работа по присвоению школе имени героя началась 2 года назад. Тогда установили мемориальную доску. К ней участники мероприятия возложили цветы. Табличка с новым названием школы появится сразу после подготовки учредительных документов. Илья Сахаров, Мария Владимирова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».